будет каждого. Человек пальчик не порежет, если сверху не разрешат. И единственное, что Естея, они не женились. Вот Иоанн Предтеча, он не женился. Потому что Естеи считали, что семья очень отвлекает от самоусовершенствования души. Много времени отвлекает, много времени уходит на семью. Вот. И были саддукеи, которые не верили в бессмертие души. Такое тоже было. И вот появляется это течение, ученики Иисуса. И был очень известный, талантливый ученик одного иерусалимского раввина, его звали Савул. Об этом раввине рассказывали, что однажды к нему пришел юноша римский и сказал: «Сейчас я буду стоять на одной ноге. Если за это время, пока я не устану, расскажешь мне все эти книжи Моисеева, я приму иудаизм». И этот раввин ему сказал: «Не делай своему ближнему того, чего сам не хочешь получить. Приставь ногу. Вот тебе 20 томов, иди читай».